Говорят, что раз в год надо сделать хотя бы одно доброе дело. Если у тебя это доброе дело еще не сделано, то возьми старый смартфон и отнеси его в Телия. Здравствуйте. Здравствуйте. Нашел старое устройство, дома лежало, и слышал, что в Телия можно вернуть старый смартфон. Вот я как раз его принес и хотел бы узнать, что с ним можно сделать. Да, у нас такая услуга, что вы можете принести старый телефон и купить новый. Вы хотите новый телефон? Нет, новый телефон я бы не хотел. Я бы хотел узнать, сколько он стоит и по возможности что-нибудь приобрести. Вам экран сломался, но все работает? Работает. Тогда будет эта цена 62 евро и 1 цент. Я думал купить внешний аккумулятор и наушников на оставшуюся стоимость. И теперь вам надо платить только 6 евро и 79 цент. Ну, это не так уж и плохо за 3 товара. Я отнес свое старое устройство представительству Телия и получил за это вознаграждение. Но что же теперь произойдет с моим смартфоном? Сейчас мы находимся в месте, где старые устройства приобретают новое дыхание. Но перед тем, как это случится, каждое устройство должно быть очищено от имеющихся на нем данных. И теперь у нас есть три возможности, как это устройство использовать. Либо мы его ремонтируем и отправляем на перепродажу, либо оно идет на детали. Но есть и третий вариант. Некоторые материалы этого устройства пойдут в качестве сырья для производства нового устройства. Это устройство, к сожалению, полностью восстановить нельзя, потому что его экран испорчен, а USB-выход не работает, поэтому оно пойдет на запчасти. Поскольку восстановить устройство у нас не получится, мы его разберем на детали. Самое ценное у этого телефона – аккумулятор, задняя крышка, материнская плата и USB-выход, если они в хорошем состоянии, а также камера. Остальные части переплавляются, и они будут использоваться в качестве сырья для производства новых устройств. Но если и ценные детали не удается использовать, то, к примеру, 90% пластика уходит на вторичное использование. Из аккумуляторов извлекается литий и другие тяжелые металлы, а из материнских плат и других микросхем извлекается золото и медь. Все эти телефоны восстановлены. Если бы наш телефон тоже подлежал восстановлению, он бы выглядел вот так. Все телефоны, которые ремонтируются в этом месте, перепродаются операторам, а операторы перепродают их конечному потребителю с гарантией на 2 месяца. Здесь мы нашли такие телефоны, как Nokia E90, ударостойкий телефон InSmart и даже смартфон BlackBerry Passport. Чего же ты ждешь? Приходи уже сейчас со своим старым смартфоном в Телия, и чем раньше ты придешь, тем больше скидку на свои новые устройства ты получишь.